делается все для того, чтобы музыка, она уравнивает все вообще. И люди, которые способны слышать, они становятся человечнее. И это затрагивает какие-то глубинные стороны души человеческой. Я это не раз наблюдал в Киеве, почему я принял решение на сегодняшний день связать свою жизнь с музыкой, а до этого момента я 5 или 6 лет я вообще забросил и не играл. То есть я на Майдане восстановил там на инструменте, который на Майдане стоит, я восстановил форму за месяц. Тут просто люди в бойовому настрою. Вот я побачив людей, которые провокували по той бік. І це навіть якийсь адреналін був. Я дуже радий, що так саме в таку ситуацію, в такий момент я потрапив сюди, бо всі побачили, що справді, коли я почав грати, припинилися ці провокації, і люди запала тиша. Тому це в котрий раз підтверджує, що музика вона творить дива.